Но мне кажется, читать люди будут всегда и будут читать именно бумажную книгу. Мне так кажется. И мне как автору и как писателю хотелось бы, чтобы бумажная книга никуда не ушла. Дело в том, что в России на сегодняшний день действительно огромная проблема с пиратством. Это просто огромнейшая проблема. Есть буквально по пальцам пересчитать те действительно электронные площадки, которые продают и платят роялти. Все остальное, если вы зайдете в социальную сеть и вобьете просто скачать Олега Роя бесплатно, ну, вам вывалится вообще все. Все, что только можно и чего нельзя. Вплоть до того, что сейчас есть компании, которые озвучивают аудиокниги. И это все бесплатно, это все пиратство. Победить его в России пока, мне кажется, невозможно. А книги останутся. Мы читаем много, хотя каждый год рынок России, как и рынок всего мира, теряет читательский интерес к книгам.